Топором буду рубить прям вот как настоящую, как будто бы деревяшку рублю. Итак, 3, 2, 1. Офигеть! Дим. Дим. Может, пора начинать снимать? Угу. Ну что, пойдем? Пойдем. Пойдем. А ну-ка быстро встали, снимай. Привет, Димон. Привет. Дай пять. Как у тебя сегодня настроение? Хорошее. А что у нас сегодня тут происходит? Новый выпуск 33 несчастья. Да, этот выпуск называется у нас «Бита», потому что сегодня... Мы будем уничтожать машинки битой. Сегодня мы будем их уничтожать битой. А вообще, для тех, кто не знает, эта рубрика называется «33 несчастья», потому что мы ищем различные способы, как... Точнее, 33 способа, как уничтожить машинку. Да, как минимум 33 способа. И вот сегодняшний наш способ – это бита. Но еще у нас есть кое-что поинтереснее. Да, мы проехали все магазины, но, к сожалению, нашли биту размером только для Димона. Она ему идеально подходит. Ну-ка, возьми. Вот, видите? Эй! Вот. А для меня биту не нашли, потому что мне нужна большая бита. К сожалению, в ближайших магазинах такой биты не было. Поэтому я нашел себе кое-что поинтереснее. А именно... Вот таким топором я буду орудовать. Я прям как серийный маньяк-убийца. Буду уничтожать машинки. Ты как Джейсон. Я как Джейсон. А сейчас пойдем посмотрим, какие машинки у нас будут участвовать. Погнали? Да. Пойдем. Ну что, какие тачки участвуют? Вот эти. Та-да! У нас сегодня не одна, у нас сегодня целая куча машин будет страдать. Здесь есть отечественные, здесь есть импортные, здесь есть всякие. И, короче говоря, для разных испытаний... Импортных больше, да, отечественных мало. Для разных испытаний мы будем использовать разные машинки. Ну что, будем начинать? Да. Итак, первое испытание называется бейсбол. Ты готов? Да. Погнали. Все мы знаем, что удар бейсбольной битой – это очень-очень сильный удар. Но надо же узнать, насколько он сильный. Да, для того, чтобы это выяснить, мы придумали вот такую вот штуку. И мы назвали это испытание бейсбол. Короче, у нас здесь есть, ну, такой держатель, на котором держится вот эта наша машинка. Димон сейчас встает в стойку бейсболиста, как положено, и со всей силы будет бить по этой машине, как будто бы это бейсбольный мячик, да? Да. Ну, мы и посмотрим результат, что у нас получится, что случится с машинкой, что случится с нашим штативом. Вообще, что-нибудь останется в живых после удара Димона или нет? После того, как Димон разнесет машинку битой, я возьму топор и все повторю то же самое с другой машинкой, но уже топором. И мы посмотрим, насколько это будет сильный удар. Да? Да. Ну что, ты готов? Бейсболист. Все, я отхожу, включаем камеру, и наше первое испытание – бейсбол. Все, давай, приготовились. Так, считаем до трех. Раз, два, три. Ну-ка, что там у нас получилось? Ничего. Блин, машинки ничего не получилось. С машинкой ничего не сделалось. Да, я думаю, надо попробовать мне битой ударить. Как ты думаешь? Да. Ну давай, по-моему, у меня удар будет помощнее. Ладно, меняемся местами. Ты снимаешь, я бью. Давай мне биту. Да. Давай. Ну что, попытка номер два. В этот раз битой буду бить я. Посмотрим, что ну получится что? У меня. Ну что, ты готов? Да, я готов. А ты готов? Да. Давайте посмотрим. У меня удар будет немножко посильнее, я надеюсь. Посмотрим, что получится с машинкой. Раз. Так, раз. Так. Два. Три. Это было сильно. Пойдем искать.
О, стой, смотри, смотри, смотри. Я уже кое-что нашел. Ха, запчасти. Ты слышал, какой звук был? Да. Как взрыв. Пойдем дальше. Ну-ка. О, еще запчасти, Димон. Что, еще что-то нашел? Ну-ка, показывай. Какое-то колесо. Нет, это колесо от нашей машины, которую мы зимой здесь взрывали. Нифига себе, мы нашли. А наша Митсуба, вон она, блин, в грязище. Ёшкин кот. Сейчас я ее дойду, не ходи туда, а то ты сейчас запачкаешься. Так. О май гад. Димон, смотри. Ты только посмотри на это. Смотри. Вот это жесть. Это такая чуково. А, стекло выпало. Да, смотри, вот сюда пришелся удар, видишь? Видишь, как помяло кузов. Блин. А посмотри, что я еще нашел. Еще запчасти? Угу. Да. Ну что, сильный удар битой? Да. По-моему, тоже очень-очень. А сейчас нам нужно испытать, удар топором будет сильнее или битой сильнее. Да. Ну все, пойдем. Смотри, я сел на эту сиденье и поехал. Пойдем выбирать новую тачку. Пойдем посмотрим, какая сейчас пострадает от нашего топора. Так, какую берем? Ну-ка, давай посмотрим. Смотри, у нас есть скорая. А я ее буду брать? У нас есть отечественная десятка, да, или кто это там? Бугатти. Кто это? Феррари. Ламборгини. Хонда. И Додж Вайпер. Какую ты выбираешь? А знаешь что, давай, когда я выберу, я ее сразу же разобью. Ты такой садюга. Нет, сразу мы разбивать не будем. Выбирай одну из них. Инферно. Что за Инферно? Ну, это так, Ламборджини Инферно, вот. Это не Инферно, это же Ламборгини Галларда, ты чё, перепутал? Так просто это в Матсити она называлась Инферно. Да, у нас есть канал, кстати, Рыжий Кот Геймс, если кто не знает. Там Димон постоянно играет в Матсити и другие игры в Роблокс. Если что, подписывайтесь, да? Да! Ссылка в описании. Все, Ламборгини сейчас не поздоровится от топора, пойдем. Да. Новая пословица, мы узнали, как бьет бита, и вся машинка теперь разбита. От машинки практически ничего не осталось, а теперь пришло время узнать, что будет с машинкой, если по ней ударить топором. Ну все, я готов. Так, раз, два, три. Черт, я ударил по касательной. Это плохо, я ее почти не задел, смотрите, она целая. Нам нужно, короче, это дело переснять. Так, восстанавливаем все и пробуем еще раз, окей? Да. Давай. Удар по машинке Ламборгини. Дубль два. Раз. Два. Раз. Два. Три. Походу, я опять промазал, что ли. Нет, я попал. Смотри. Видишь? Удар пришелся прямо вот сюда. Да, так что... Не такое сильное повреждение, да? Ну, топор слабее. Получается, что удар топором слабее, чем удар битой. Потому что, смотрите, вот, для сравнения. Вот это у нас осталось от того, что мы ударили битой. А вот это у нас осталось от того, что мы ударили топором. Да? Да. Так что делаем вывод, что в первом испытании топор оказался слабее, чем бита. Согласен? Да. Все, переходим ко второму испытанию. Да. Идем выбирать машинку, и я знаю, какую я выберу. Ну-ка, пойдем посмотрим. Это десятка МЧС. Ты выбираешь десятку МЧС? Да. О, ноу, десятка МЧС сейчас пострадает. Ладно, а я сразу выберу следующую, потому что мы же будем испытывать и топор, и биту. А я, знаешь, какую хочу? А давай две русские, пусть будет. Скорая помощь пострадает от топора, а десятка пострадает от биты. Согласен? Да. Ну все, бери биту, погнали. Да. Погнали. Короче, смотри, что я придумал. У нас здесь есть такой пьедестал из камней, да? Да. Стоит. И в этом испытании все, что нам нужно будет сделать, это просто вот так поставить машинку и со всей силы по ней тупо ударить вот так вот сверху битой и топором. Понял? Да. Все очень просто. Посмотрим. Насколько сильный удар получится битой и насколько сильный удар получится топором, да? Да. Ну что, я готов, а вы готовы? Конечно, готовы. Машинка на старте, камера пишет. Посмотрим, что сейчас случится с нашей десяткой. Раз, два, три.
круто! Давай посмотрим. А ну-ка. О-о-о-о-о. Вот это да! Так ты из нее бы пан сделал? Да. Жесть! Класс, я бы хотел на замедленной посмотреть, что там получилось. Слушай, ну у тебя удар такой получился мощный. Класс, да. Пойдет. Ну что, сравним теперь с ударом топором? Да. Давайте, сейчас я буду бить топором, посмотрим. Ну что, ты готов? Да, пришло время узнать, что сильнее, топор или бита. Я готов. Посмотрим, я надеюсь, все будет видно на записи. Окей, готовы? Да. Давайте, смотрим, я считаю. Топором буду рубить прям вот как настоящую, как будто бы деревяшку рублю. Итак, 3, 2, 1. Офигеть! Я ее разрубил, иди смотри. Смотрите. Не, подожди, давай. Вот, вот что, что осталось от нее. Офигеть. А где задница? Не знаю, пойдемте искать. Вот она. Класс, вот это был удар. Только посмотрите, что осталось. Так, топор бросим. Вот она наша скорая помощь. Покажи. Обалдеть. Чик. Прям такой ровненький, ровненький разрез получился. Класс, понравилось? Да. Так. Смотри, это твой удар битой, а это мой удар топором. Есть разница? Да. Здесь просто ты ее помял, а здесь машинка разлетелась полностью. А знаешь, что я предлагаю? Что? Я сейчас быстро со всей силы ударю по этой машинке битой, посмотрим. Бонусный мне кажется... уровень? Да, нет, это не бонусный уровень, это просто я проверю. Мне кажется, если я ударю посильнее, то удар будет, ну, повреждения будут более сильные. Давайте посмотрим, я сейчас быстро ударю по ней битой. Итак, раз, два, три. Жесть! Смотрите, результат тоже довольно удручающий. Блин, да. Ее вообще всю расплющило. Днище отлетело, да, колеса разлетелись. Я не знаю, запчастей от нее практически не осталось. Короче, удар битой довольно сильный, практически такой же, как топор. Если бы бита была острая, машинка бы тоже разлетелась на две части, да? Да. Все, а сейчас, вот сейчас, у меня есть для тебя бонусный уровень. Кстати, это помнишь, мы там разбивали скорую помощь, да? Так. Я нашел вот такую дверцу от нее. Нифига, ну-ка покажи. О, жесть! Смотрите, дверку я разрубил топором, прям вот так вот отрубил. Видите, что осталось от дверцы? Капец. Ладно, бонусный уровень специально для вас. Пойдем, я покажу, что я придумал. Смотрите, у нас есть вот такая вот очень низкая Lamborghini. Это спортивная машина, она, конечно же, низкая, да? Да. Я предлагаю ее еще немного занизить. А занизить ее при помощи чего? Молотка! При помощи кувалды! У нас есть тяжеленная кувалда. И знаешь, это что? Это кувалда Тора. Это молот Тора. Короче, мы ее сейчас будем занижать с помощью молота Тора. Готов? Да. Давайте это посмотрим. Это как раз мой любимый мститель. Твой любимый мститель это Тор? Да. Окей, ставим машинку на камень. Отходи чуть-чуть в сторонку. Итак, бонусный уровень. Молот Тора. Ты готов? Да. Я его еле поднимаю, он очень тяжелый. Итак, смотрим. Lamborghini против молота Тора. Я боюсь, что и камень может разбиться. Раз, два, три. Что тут случилось? О, нет. О, нет. Походу, у нас занижение не удалось, да? Да. По-моему, Lamborghini хана. А я сказал, что камень разбился. Нет, камень не разбился, камень выдержал. Но вот наша Lamborghini точно не выдержала. Она как будто... Помнишь это видео там, где катком мы это... Да? Да, там, где... Вот реально... она тоже сравнялась будто с землей. Да-да-да, там, где мы катком переезжали машинку, похоже, действительно похоже. Если вы не видели то видео, обязательно посмотрите. А мы катком переезжали машину. Да, еще посмотрите вот эти видосики по 33 счастью, это вообще прикольное видео. Димон знает, что говорить, так что обязательно смотрите. Ну что,
У нас сегодня были классные эксперименты. Мы раздробили несколько машин. У нас вот такие вот результаты. Я сейчас не побегу за Митсубиси, уже неохота. Короче говоря, машинки против бейсбольной биты проигрывают машинки однозначно. Согласен? Да. Ну что, я надеюсь, вам понравились наши сегодняшние испытания. Тебе понравилось? Ну да. Это было круто, да? Да, я думаю, что им тоже понравилось. Я думаю, вам тоже понравилось. Ждем ваших комментариев. Предлагайте, какими способами мы можем уничтожить машинки еще. Ну а на этом на сегодня все. А ты подписался на канал Рыжий Кот? Обязательно подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые эксперименты. А еще подпишись на канал Рыжий Кот Геймс. Рыжий Кот Геймс, там мы играем в игры. Так что ждем вас там. Ну все, всем па. Ка! До новых испытаний. Пока. Все, уходи.